Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин» – программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня поговорим о теплой «Фиесте» и сосисках для «Теслы». Компания Ford решила не дать нашим соотечественникам замерзнуть или сгинуть в метель. Российский Ford Fiesta получил расширенную комплектацию для наших не всегда пляжных условий. Прежде всего, бачок омывателя теперь целых 5 литров. А на панели приборов появился значок, который напомнит, что не замерзайка на исходе. В пакеты зимних опций, кроме подогрева сидений, зеркал и лобового стекла, вошли обогрев руля и форсунок омывателя. Но это еще не все. Фордовцы уже давно адаптировали подвеску под наши направления, увеличили дорожный просвет, а самое главное – перепрограммировали электронику мотора. Теперь «Фиеста» совершенно спокойно может потреблять 92-й бензин, не тарахтя при этом, как старая дрезина. Не оставили без внимания и любителей гаджетов. Один USB-порт в машине уже был, а теперь появился и еще один – в потолочной консоли. Вы спросите, зачем? Просто маркетологи оценили любовь наших водителей к регистраторам и планшетам на лобовом стекле. Теперь тройники и прочие ухищрения не нужны. Смотрите в ваши планшеты сколько хотите. Уже который год в адрес автомобилей Tesla не иссякает поток критики. С ними постоянно что-то происходит. То они врезаются в припаркованные грузовики, когда едут на автопилоте, то их программное обеспечение взламывается хакером-школьником. Да, спору нет. Продукт прорывной, но настолько же и сырой, как считают многие. В модельном ряду компании есть кроссовер Model X. Его главная фишка – задние двери крыло чайки, которые могут открываться с брелока. В Тесле утверждают, что они абсолютно безопасны в плане того, что не прижмут пальцы или хвост любимого пуделя. Утверждается, что даже малейшее препятствие в виде листка бумаги мгновенно приведет к открытию дверей. Но человек – примат любознательный. Несколько Тесла-владельцев из Скандинавии провели эксперимент. Нет, пальцы и собак они в дверной проем не совали. Они совали сосиски и овощи, а двери кроссовера с садистским упорством превращали их в месиво. Это значит, что владельцам автомобиля надо быть очень внимательным с дверями. А то ведь так и конечности лишиться можно. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».